Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Bootwise. И у нас с вами, насколько я помню, 1, 2, 3, 4, 5, 6 уровень. Поехали, уровня 6. И какой-то у нас тут чудик, похож на робота чем-то. В общем, сейчас увидим. Экшен, погнали. Начинается заварушка, ребята. О, ё-моё, неудачно. Да хорош ты, летун. Успокойся уже. Он меня нервирует, если честно. Смотри, что чудит тут, а. Так, а ты-то откуда вылупился? Так, попадаю в окружение. Под хил. Оу-оу, тихо. Еще и гранаты здесь бросают в меня. Что за чудило такое? Мне вон тот смущает, зеленый упырь, который закрывается щитом. Он довольно туго пробиваемый, так что надо его как-то заколбасить. Так, тихо. Черт подери, очень мало хп, ребята. Ха-ха. Мишинган, да, это вещь. Ты смотри-ка, сколько здесь этих ублюдков. Ну-ка, выкуси. Опа. Я даже сам не ожидал, что тут больно быстро мне тут заколбасили. Ладно, ребята, повторение мать учения, как говорил кто-то там, не помню. Ленин, по-моему. Так, тихо. Так, вот этот летун бесевый, он меня достал уже. Дайте мне эту птичку подбить, я хочу себе новое оружие. Да, что-то она мне не дала ничего. Во, спасибо. Маленькая добрая птичка. Это отлично. Да что ж ты будешь делать? Ну, эти хламоны легкие, мы их сразу сносим. Все у нас пока под контролем. Так, разнесли. Опа-на. Зачистку сделали. Что-то мне такое впечатление, что сейчас будет... Ага, вот и ребята, и босс у нас пожаловал. Это значит... Три мелких робота. В принципе, я думаю, ничего сложного здесь не будет. Вот так вот будем с вами укрываться. Да хорош, успокойся уже, блин, сейчас защиту пробьют мне. Так, укрылись. Короче, стреляем, укрываемся, стреляем. Вот такая у нас тактика здесь. Другого варианта я пока не вижу. Да, разнесли практически мне все мои укрытия. Скоро незачем будет укрываться. Так. Тихо, пролетает. Огонь, оу. На-ка, выкуси, блин. Все, остался еще один, ребята. Но с одним уже будет намного проще. Че тут? Отбегай да стреляй. Блин, огнемет самая бесявая фигня, мне кажется. Есть. Ну что же, ребята, как видите, 6 уровень мы с вами прошли. Хиленько, но прошли. И пошлите на 7. Уровня 7. Я даже не могу представить, что это у нас такое изображено. Сейчас узнаем. Так. Тихо, не тут-то было. Next. О, не надо говорить, что сейчас будет с этого поезда кто-то выпрыгивать. Слушайте, а это как, знаете, как босс. Нам нужно его уничтожить. Ага, еще и эти, летунки. Блин, где птичка с хпшками? Она мне срочно нужна. Так, мухи, пошли прочь. Пошли прочь, я говорю. Оу. А, все, ребята, я понял. Этот поезд еще, оказывается, гранаты в меня бросал. Через крышу. В конце только заметил это дело. И что, и все, что ли? А, нет. Не все. Это только начало, походу, дела. Тихо. Вот это уже будет получше. Оу. Так, кого мне тут сносить-то надо? Да ладно, хорош, блин. Еще и обстрел, и гранаты в меня еще бомбит. О, ребята, одна хпшечка у меня всего, одна. Кобздарики мне. Ладно, переиграем мы это дело. Черт подери. Вот когда нужна эта птичка, хрен дождешься. Когда не нужна, она тут как тут летает. Спасибо тебе за одолжение.
Так, давайте-ка, не будем расслабляться. Мухи, в принципе, ерунда. Эти псы тоже ерунда. С ними сейчас быстренько разберемся. Главное не попасться нам, вот видите, начинается бомбардировка. Ага, все. Здесь разнесли. Сейчас приедет у нас второй поезд. Вот, пожаловал. А, это босс у нас, оказывается. Ёлки-палки. Так, тихо. Вот так. Оу! Вот зашибись, да? Вот сейчас в данный момент безвыходное положение было. Меня под обстрел пускает и еще сверху бросает бомбы. Хорошо устроились. Тихо-тихо-тихо. Оу, да ладно, неужели опять? Нет, вроде пробились. Так, птичка вылетела. О, хп, это хорошо. Оу-оу-оу-оу! Тихонько, вы что тут творите, блин? Иди отсюда, вы... Вылез, блин. Слушайте, а я, по-моему, могу снаряды его уничтожать. Хотя это и не понадобилось. Так, ладно, седьмой уровень мы прошли. На ранг А причем. Восьмой левел. Уровня 8. Что это такое у нас? Облачко какое-то летающее изображено. Ладно, посмотрим. Так, птичка, спасибо. Так, я не могу... А, мы теперь, ребята, с вами, оказывается, в поезде едем. Ясно. Так, начинается, начинается. Так, тихонько. Блин, вот этот летун бесябый, он летает хаотично. Ну, вроде бы все отличненько пока у нас идет. Что за мелочь такая, а? Бронированная. Тихо. Мухи какие-то, блин, повлетали. Слушай, а что за яйца тут отложили мне? А, из них вот эти упыри вылетают. Щелкин, блин. О, понравилось? Ракетная вам. Бомбардировка моя. Ух, босс? Так, это что у нас тут за лилипут такой летает? Это босс? Я думаю, что пора его с небес на землю опустить. Вы, наверное, со мной согласны, да? Вот это другой разговор, ребят, давайте сейчас вы... Вот так вот. Кстати, совсем немножко ему осталось тут летать. Оу, не понял. Какого лешего-то? Ха-ха, черт, заваруха такая. Ну я же вроде как босяру завалил. Только не говорите, что здесь будет их несколько. Походу, так оно и есть. Так, этого разнесли. Отлично, ребята. Восьмой уровень мне показался довольно легким почему-то. И босс тут такой легкий. Так, переходим с вами плавно на девятый. И, кстати, еще уровень, и мы с вами дойдем до босса. Так, что это у нас такое изображено? Лифт какой-то. О, жабы. Жабы — это плохо. Так, есть. Тут отлично. Все нормуль. Не тут-то было. Оу-оу-оу. Да офигели вы что ли, блин? Увернулись, молодцы. А, вы видели? Тут электричка ездит, ё-моё. И я так понимаю, если я попадусь, она меня снесет сразу же. Все, ребята, один хп остался у меня, я думаю... Долго мне здесь не протянуть, если я не успею добежать. Ага, успел, отлично. Да хорош, сколько вас тут прет-то, блин. Так, тихо. Аккуратненько, жабы, это плохо. Где? Вон. Поезд этот опасный, но хорошо хоть предупреждает, что он откуда поедет. Оу, босс, ё-моё. Два танка. Тихо вы. Так, один уничтожили, блин. Да ладно тебе, успокойся. Все, что ли? Это вообще, по-моему, еще легче, чем на восьмом уровне был, босера. Так, ребята. И у нас самый главный босс. Ну, не самый главный босс, а самый главный босс этого уровня. Значит, туннели метро важны настолько, что за ними присматривает аж сам единственный и неповторимый пылающий носорог.
Вот ты где. Новости о смерти дикого свина распространились среди нас со скоростью лесного пожара. Подумать только, и свиньи сделали котлету. Так, кого мы сами оставили в состоянии отбивной? Умоляю, от такого твоего бахвальства у меня аж уши вянут. А теперь послушай сюда, кое-что не дает мне покоя. Вы ведь могли добить меня во время той облавы, но не сделали этого. Почему же? Признаюсь, мне доставило невероятное удовольствие смотреть, как ты страдаешь. Но жизнью ты обязана не нашему состраданию или проявлению приязни. У нас были приказы. Приказы? Это в каком смысле? Мы с напарником свалились вам на голову в том складе совершенно неожиданно. Ха, маленькая наивная девочка. Это было как раз вполне ожидаемо. Значит, кто-то слил нашу операцию. Какой толк обсуждать твое жалкое прошлое, когда твое настоящее и будущее чернее копченой крысы? Спасибо, но от подобного шашлычка я воздержусь. Итак, зачем вы прячете тут поезда с современным оружием и оборудованием? А впрочем, риторический вопрос. Не похоже, что ты собираешься мне отвечать. По крайней мере, по-хорошему. И не по-плохому, мисс Сейвер. Пришло время пошинковать оставшиеся части твоего тела, как мы это сделали с твоей рукой. Вот значит как. Ну что ж, давай посмотрим, из чего ты слеплен, носорожек. Ну и у нас уровень 10, босс будет носорог. И он причем здесь у нас сразу доступен. Хорошо, это нам только на руку. Так, из чего ты действительно тут слеплен? Оу, неплохо. Неплохо для мяса. Так, успокойся. Да-да-да-да, конечно, конечно. Чё там психуешь? Кстати, знаете... Ладно, промолчу пока. Тихонько. Тихо-тихо-тихо. Так, ну эти мухи... Оу. Так, где птичка, когда она мне нужна? Где она? Мне нужно ХП. Оу, носорог, ты не буянь мне здесь. Вот, вон у нас ХП. Черт бы тебя побрал. Смотри, как он психует. Не нравится ему. Опа, опа, мимо. Слушай, я что-то у него очень мало отнимаю хпшек. Фак, а. Два сердечка всего осталось. Это нехорошо. Тихо, тихо, блин, нифига вы. Зажали ты меня здесь. Да, конечно. Бросает он свою бомбочку. Черт подери. Тут осталось ему, блин. Есть! Я его подбил, я его успел, ребята, на последнем ХП все-таки грохнуть. И мы проходим с вами 10 уровень. Ну что же, нам осталось лишь начать следующий и дойти до босса. Он вон там виднеется с краю экрана. Но это уже будет у нас в следующей серии. А на этом я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Как говорится, до следующих новых видосиков. Всем пока, удачи, скоро увидимся.